А что за Олимп? Ну, это организация, которая по контракту работает. Вот они ночами, они основную работу делают. Они за ночь вывозят по 1500 кубов. Олимп, да? Да. А ЖЭК, ну, не, меньше, да, намного? А наши, ну, у нас где-то по 60 рейсов. Ну, у нас, видите, какие машины? Ну, понятно. А у них поуместительнее, да? У них 26 кубов. А этот, мне сказал водитель, у них 9 примерно. У этого 9, у другого там 7. 7-9, одна машина 20 кубовик ходит. У нас маленький. То есть, получается, 40, вы говорите, да, рейсов? Ну, где-то совершает до 60 рейсов. В сутки, вообще, да? А Олимп? Олимп по 150 бывает. В основном по 100. 110, 120. Тут просто, ну, вот жалко, не видно полигона всего, он же огромный, да, на самом деле? Надо сверху смотреть. Это сколько вот здесь? Высота, наверное, сейчас метров 15, 20, наверное, да? Метров 20. 4 этажа. А в ноябре он еще был пустой весь, да, естественно? Ну, мы вот 1 декабря открылись. А, 1 декабря, да. С 1 декабря, то есть. Да, получается. Я что, подошел-то? 90 тысяч кубов. Не тонн, кубов. Кубами, ну, понятно. Машины кубами меряют. Вот на сегодняшний день 90 тысяч.